Внимание на старт. Итак, дан старт третьего заезда приз в честь природного памятника «Минеральные источники Осы». Оса старта сбоил тальк. Повел бег герцогиня, тут же Герда с небольшим просветом казачка и на четвертом фламинго Слай. Вот лидеры нашего заезда. Герда, герцогиня, казачка, фламинго Слай. Казачка вышла на третье место, фламинго Слай остается на четвертом. А бег ведет Герда и герцогиня. Участники проходят левый поворот, подходят к отметке первой четверти дистанции. За 36,1 секунды пройдены 400 метров дистанции. Участники третьего заезда проходят перед трибунами. Чуть впереди Герда, тут же с поля герцогиня. Во второй шеренге казачка. Далее выезжает на третье место приказ. Участники идут кучно, бег ведет Герда. Далее герцогиня. Герда, герцогиня, лидеры третьего заезда. Подходят к отметке второй четверти дистанции. За 35 секунд ровно пройдена вторая четверть дистанции. По-прежнему бег идет без перемен. Герда и герцогиня. Чуть впереди Герда. У них рация отключается и все. Чуть впереди Герда, тут же герцогиня, далее казачка, фламинго Слай. Вперед выходит приказ. Приказ выходит вперед. На втором месте казачка, далее фламинго Слай. Приказ вышел на первое место. Тут же герцогиня. Чуть впереди выходит вперед герцогиня. За 35,3 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники третьего заезда выходят на финишную прямую. Финишная прямая третьего заезда. Внимание! Перед трибунами финишируют участники третьего заезда. Вперед выходит герцогиня. Далее приказ и казачка. Выигрывает заезд. Четвертый номер герцогини. Далее финиширует приказ. Сбоит после финиша казачка. Далее тальк. Казачка галопом к столбу финишировала. Заканчивает дистанцию седьмой номер падишах лог.